календарь майя самый точный во всем мире. И человечество не имеет понятия, как древнее племя людей может быть таким точным, более точным, чем современное человечество. Теперь человечество обращается к майя, чтобы понять, что означает 21 декабря 2012 года. И майя отвечает: председатель Национального совета старейшин майя, представляющих 440 племен в Мексике, Белизе и в Гватемале, Дон Алехандро Сирило Перес Окслай пришел нам на помощь. Я переведу сегодня на язык современного мира, что народ майя хочет сказать нам о 2012 году. И если я ошибусь, я уверен, что они исправят мою ошибку. Майя хотят сообщить нам, что мир, в котором мы живем, это не тот мир, в котором мы думаем, что живем. Мы, современные люди, считаем, что наш мир жесткий и реальный, и никто не может его изменить. Майя хотят нам сказать, что это неправда. Мир — это всего лишь образы, которые можно контролировать сознанием, особенно сознанием, которое уходит в наше сердце. Это не простая телепередача. Если вы хотите нормальную телепередачу, вы не на том канале. Современный мир не имеет понятия о том, что мы сейчас будем говорить, даже не знают о существовании этого мира. Но современный мир должен понять эту историю, если еще не знает ее. Человечество похоже на мотылька за несколько моментов до его выхода из кокона. Все изменится, все будет по-другому. Hello, меня зовут Друнвало Мелкизедек. Перед вами стоит белокожий человек и выступает от имени майя. Я хочу вам объяснить. Но для этого я должен рассказать вам о себе. И благодаря этому вы поймете, почему именно я стою перед вами. Как большинство людей на Земле, когда я был молодым, в 20-е годы, я хотел узнать, почему я здесь в мире, и что собой представляет эта планета, почему мы здесь. Я стал настолько заинтересованным, что приступил к учебе, и я начал свою учебу в колледже. Я изучал там математику и физику. Не потому, что я хотел стать физиком или зарабатывать деньги. Я просто думал, что физики и математики понимают все о планетах. Я учился много лет, и потом я пришел к выводу, что они не знают намного больше, чем я знаю. То есть надо изучать еще историю искусства. И я 2 года изучал историю искусства. Я преодолел 20 тысяч лет истории и понемногу стал понимать с женской стороны мозга, что собой представляет жизнь. Время шло, и за все это время, пока я учился в колледже, я решил изучать медитацию. Занимался этим, начиная с культуры хинду. Брал уроки от гуру индусского, и он очень серьезно относился к моим усилиям. И вот один прекрасный день, когда я был глубоко в медитации, произошло явление, что-то, что я не ожидал, я этого не приглашал,
Но это произошло. Две сферы света вот такого размера подошли ко мне, приблизились на такое расстояние. Это были яркие сферы, ярко-фиолетового цвета и ярко-зеленого цвета. Я не знал, что это такое. Два шара света в моей комнате. И телепатически я услышал птичек. И такие слова: «Мы не отделены от тебя. Мы — это часть самого тебя, но в другом, другой плоскости бытия». И я стал интересоваться бытием. И я стал участвовать в этих изучениях и усвоил много интересного, начал знакомиться с туземными племенами. И потом эти сферы света, это вообще-то ангелы с библейской точки зрения, начали меня вести в мир туземных племен. Началось все это с племени в Нью-Мексико, племя Таос. Я 14 лет с ними провел. Один из них, Телос Good Morning, Телос Доброе Утро, он возглавлял религию койотов в Соединенных Штатах Америки. И другие члены племени Таос обучали меня. Один из них был духовным лидером Таос. Он оказался также шефом этого племени, вождем этого племени. Он обучал меня хрустальным вещам и как понимать через хрустальные шары действительность и как использовать эти предметы, чтобы изменить свою жизнь в таком плане, в котором никто бы не мог этого представить. Понемногу, после 14 лет, я прошел подготовку, которая полностью меня изменила и сделала меня способным работать с этими племенами. Эти сферы света помогли мне выйти на вождей племен древних, которых уже нет. Я с ними познакомился в других плоскостях времени. И потом опять я пришел к Майя. В 1984 году я поехал на Юкатан и там продолжал учиться в священные церкви, священные места народов майя. И я там прошел инициацию, посвящение в культуру древних майя. Они ко мне присматривались, и через несколько лет я познакомился с Хунс Бацманом, шаманом, связанным с другими шаманами на Юкатане. Они стали знакомить меня со способом майя для познания света, познания мира.